Мценский краеведческий музей скоро переедет в собственный дом на улицу Ленина. Сейчас экспонаты, а их более 23 тысяч, располагаются в помещении жилого дома. То помещение, в котором многие годы существовал краеведческий музей, оно действительно как тесный пиджак. Вот. И их экспонатов очень много в фондах, которые мы не выставляем регулярно. И это требовало, как бы сказать, расширения площадей выставочных. Освободилось у нас здание из гимназии, здание историческое, в исторической части города на улице Ленина. Вот. И было принято решение именно туда направить деньги федеральных грантов на создание музея именно этих площадей. Работы в здании по новому адресу движутся к завершению. Оно было построено в начале 20 века как мужская гимназия. Последние годы строение не эксплуатировалось. Затем здание передали музею и начался ремонт. В 2022 году на обновление пространства было направлено более 4 миллионов рублей, а в 2023 году 3,5 миллиона. Обнаружена необходимость выполнения дополнительных работ. И вот сейчас заключаются два контракта на муниципальные средства для того, чтобы закончить внутренние работы. Это будет установка дверей, замена лестницы, ну и некоторые работы еще по полу дополнительные тоже были обнаружены. Модернизация здания проходит в рамках нацпроекта «Культура». У нас будут залы истории, археологии, залы знаменитых земляков, залы Великой Отечественной войны, залы современности. После открытия и дальнейшей модернизации эта часть города станет центром притяжения жителей и гостей Мценска. К зданию музея примыкает новый Фетовский сквер. Проект в 2021 году стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Из федерального бюджета на благоустройство этой территории было выделено 70 миллионов рублей. Мы сейчас участвуем в конкурсе федеральном на то, чтобы воссоздать центральную городскую улицу, улицу Ленина, приближенную к исторической, ее облику, сделать ее пешеходной для привлечения туда не только граждан наших, но и туристов. Туристический поток у нас рядом есть с Колотовином, мы вот именно хотим тех туристов, которые приезжают с Спас-Колотовина, привезти в Мценск. У нас есть что показать, есть чем похвалиться.